Сила на исходе, древнейшая. Ну, Хант какой-нибудь согрейте, в общем, сейчас я трэш сыграю как-то. Он уже ведет, сзади водит. Берите, командир. Квесик упал, рейди. У Плаймена. Может кота взять? Ой. Две роги, два ханта вместо кота. Боже мой, играйте в звездочку. Это если роги такие, как я, например. Так себе пример. Да. Топ ДПС. Пойдем поймем. Жека, хилил уже РСП? Да, да, хилил. Я сейчас уже и одет. Я просто напомню, он хилил тогда, когда его во тьму отправили третьим, и ты спекнулся. То есть это не хилил, да? Нет, он хилил, но во тьме. Ну, я тогда был и слабо одет. То есть не важен для хулипала. Он, по-моему, и свет хилил, просто потом вы переставили, я не помню почему. Потому что он падал. Не факт, может не он. Так, либо я на хулипала. Джаспанк вершамой. Тут и совой. На, стоп, Клайман, у тебя сова, да? Да. Хорошо. Ну ты ж в коте спекался раньше. Допустим, вот так. Это будет две роги, два ханта, я на хулипала, ты совой. Кого сломать, блядь? Ой, блядь. Заунывная песня, конечно. Шакира, меню, звук, голоса рыцарей смерти, галочку ставишь и убираешь. А что, это рыцари смерти поют? Так я рыцарь смерти, как я могу, блядь, убрать голоса рыцарей? Поставь и убери, либо убери, поставь. Можно еще по-другому. Можно просто выход из мира и зайти опять, и не будет играть. Ладно. Можно вообще из игры выйти. Да, можно вообще его удалить, да. Но это слишком сурово. Там как бы убьют они трэш. Должно быть с напылом нормально, но это при условии, что два ханта. Ну тут хант хороший один, а дедрога точно хорошая. Вот. Если будут помогать, допустим, маги Хайр столбом и чем-то там еще. Ладно, не думай. Не думай об этом. Держи Орела. Я зайду на хулипала. Можете дракона убить. Бафы говорили, да, раскидали.
Ну, у меня каска есть, так давайте тогда пулять будем. Зигспалм, напиши, что ты бафаешь, чтобы Виталик он добав. Кламен, злей ману Гаргуту. Успел сесть пить. Виталик он разбаф, а потом кулак. Да, все уже нормально. Пати. Кидай пати. Клиночка, да. Просто бьем. Понял. Увайдайся, внимание, на ЛПшку. Пока, Лена. Так, жрись подать, ты что лучше хилишь? С пятью. Рыбку поставьте, пожалуйста. Шкаф пилите, шумон типа один. Шкафу. Ну, на бочке, наверное. А свист первый, он разер пила. Рыбку поставьте, ГС. Ну, самоники меня поставлю. Смотрите, там он шкаф. Шкаф стоит. Принимал раздаст нам монореги. Как я тебе раздам монореги, если он в Иране? Нет, я вообще спрашиваю. Так. Скажи. Вот на букве Ice Freeze первая копия, Деморонайзер вторая, пуляй. На вторую копию Деморонайзер Сакру. Уйди. Намру, а уйди. Нажимай. Треску. Так, убейте без меня, пока этого босса отойдем на пару минут. Здесь произошли страшные события. Только в центре там не стойте. Поэт Халион убьет всех. Святилище считалось неприступным. А рыбку дайте. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Алекс сразу выбрала достойных союзников.
Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Слуги! Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Так, по тактике. Рога зашел в РК, Ёж. Так, Свету хилит Горгот во тьме, все остальные. Экс Обливион, спекайся в Холика. Будешь диспелить во тьме. Свету подиспелит. Да, тяжелый выбор. И тут диспелит Клаймен. Я могу подиспелить, если что. Ну хорошо, давай ты тогда подиспель. Кота нету в рейде. Два роги, два ханта есть только. Ты будешь диспелить, тратить ГКД. Люди будут падать в это время. Ты будешь диспелить, молодец. Доброго дня. Добрый. Так, что еще вам сказать, я уже забыл. Войд Кнайт Свет, Танчтай Срис Тьму. Четвертая пати остается добивать големов. Посмотрите внимательно, кто в четвертой пати. Эрзул на третьей фазе, кинешь СС на Реневала. Присты на третьей фазе, бьем взрывом разума. Так, Рога, ты тут. Напуливаешь мелкий трэш на деморонайзера. Я уже понял. Отлично. РК написали, на какой спек ролил. Войд, Виталий Кун. И Горгот. Горгот. Крест? Я ж просил крест, никто не... Держи крест. Приступав, дайте и лапу еще раз. Так, Айсфрис, начинай. Этот мир вот-вот в Удра, становимся. Милики перед метеором, отбегаем. Смотрим, метка. Нанимает метку назад. Возвращайся через хвост. Метеор, побежали. Смотрим, как разливаются лужи. Бьем Халеону точечно. Ёж, метку назад. Становимся опять в квадрат, миники перед метеором. Чуть-чуть становимся назад. Смотрим метку. Айтенфлай, метка, через хвост возвращайся. Так, метеор, побежали. Смотрим, как разливаются лужи. Лужи разливаются нормально. Бьем дальше Халеона. Элвин, метку назад. Вары, Элвин, Зангпро, подойдете сейчас к Войд Кнайту и крикните на ХП. Это понятно?
Клик на хп сейчас. Айсфриз, заходи. Рейд, заходим. Четвертая пати, остается добивать големов. Кружочек бейте. Элран, метку назад. Скажите-ка, давайте ему зайти. Варан, метка. Ой, заходи. Клаймен, подымай на мейт. Можете заходить. Вот здесь что-то. Когда выйду? Как он умер? Сейчас будет лезвие вместе с меткой. Виталик, он выноси метку посередине лезвия. Клаймен, выйдешь в свет, бернишь этого мейт. У нас будет 0 БРов. Класс. Сбливен метка. Скажите процентаж. 54. 52. Хорошо. Все три. Не спал. Выходим в свет. Клаймен, сразу иди подымай возле босса. Рост не давать пока. А Вары, почему вы вышли в свет? Вы в адеквате? Да. Давайте рост. Стали в квадрат. Скажите-ка, давайте, можно будет зайти. Crazy Sox, назад метку. Заходите. Вары пошли. Вары пошли тут в этот... Во тьму побежали. Побежали метеор. Во тьме дали рост. Смотрим, как разливаются лужи. РДД большого голема все сыграли. Милики, мелкий трэш, блин. Все на колени, метка. Взрём разума, бьём персты. Встали в квадратик. Крауд, выноси метку. Так, метеор побежали. РДД, помогаем трэш бить. Смотрим, как лужи разливаются. Нормально. РДД в большого голема переключились. Харзол, вынеси метку. Встали в квадратик. РДД голема, мелики мелкий трэш. РДД, помогаем потом трэш бить. Ёж метку назад. Демаронайзер. Сейчас каплю кинешь на воида. Побежали метеор. Все на колени, метка. Смотрим, как лужи разливаются. Так, Гильдаль, давай, гимн на ману. Демаронайзер, метка. Морозьте трэш. Морозим, трэш. Трэш морозим. Трэш морозим сейчас. Трэш морозим. Так, Элоран, гимноману, Гаргот, давай, ставь тотем, гимноманы, Иннер и Гарготу. Сыграли в большой трэш. Прожмись, Войт, выношу метку. Побежали метеор, бежим далеко, метка спала. Смотрим, как он поднимается. Тима, стоп, дома, Крейзи Сок, выходи в свет, дамаж в свету. Динамайт метка. Деморнайзер сакру, если есть. Крейзи Сок, выходи в свет, побьешь пока трэш. Трэш, не справляемся с трэшем. Стали в квадратик РДД. Калиси метка. Стали в квадрат вот сюда. Сейчас будет метеор.
Crazy Sox, крик на ХП и раскол по боссу. Побежали, метеор. Смотрим лужи. Смотрим, как разливается лужа. Лужа в рейд, сакры нет. На мне метка, вот прожми что-то. Ничего нет. Сейчас я. Так, минус один. Свет не бей. Стопаем в ссылку, дамаг. Crazy Sox, бей трэш, потом заходи во тьму. Зигспал метка. Джек спанк наноси метку. Скажите, как заходить. Стоп в свету. Стоп в свету. Побежали, метеор. Заходим. Если 40 секунд должны успеть. В свету стопаем дамаг, бьем только трэш. Надо 60 в свету, тогда убьем босса. Войд, прожми, нету маны, нету маны. Так, Элоран, гимн отхил давай. Пьешь. Так, давайте Халиона, да. Халиона сейчас играем. Метеор, побежали. 10 секунд, да. Готовьте все бабл. Все, бабл, жми уже. Секунду, берс. Жми, жми, жми. Отхилился. Олег, сори, но ты меня не подхилил, у меня быстро на КД. Изи, топ ХП. Там продиспельте кто-нибудь рогу, пожалуйста, шаманы. Никого нет. Маги. Маги, ты что думаешь, не скиллованы, что? Ну, почему диспельли сами? Я не успела. Диспель, когда ничего не было. А, лут говно, кстати. Да, Олег замолчал, наверное, хуй ТП дать. Ну чё, первый тратишь, шо? Да, маг 5.9. Два мага вообще, да маг 6к ДПС. Хант умирал. Короче, понятно, чё берса была. И морозить не умеет трэш, когда кусят. Вар вообще, блядь, святую башил весь рейд. Когда перевес, вы дамага меньше наносите. 30% там, блядь, меньше дамага. На сколько там? На 60% по боссу. Ну да. Это так я еще не умирал, чтобы я в свету лужу выносил. И умереть от этого, это вообще жесть. У Олега маны не было, у меня быстрина на КД было. Да я в шепетом великим исцелением два раза кинул Войда. Я встал таки. Хорошо, что у меня КД не было на РС. Спасибо за рейд. Пожалуйста. Ладно, пошли в ВВК теперь. Один последний. Не хочется ВВК. Может еще в РСке обычки, а? То у нас не было.